Элитхаус, ну, честно говоря, у них очень много объектов. Мы эти объекты уже давно публиковали. Мы об этом тоже говорили. В свое время они без разрешительных документов построили, продали. В некоторых люди живут, в некоторых еще не живут. Мы как бы не идем, так скажем, на крайние меры, но в любом случае мы должны проверить эти дома. Некоторые из них мы уже проверяем, то есть на сейсмостойкость, на проектную документацию и так далее. Если даже будет такая возможность, мы готовы, так скажем, пересмотреть нормативные правовые акты для дальнейшего, чтобы просто включить их в реестр строящихся объектов и по воду, в которых живут люди. Люди не должны страдать. Если раз уж купили, ну, надо пересмотреть, надо постараться в этой части. Но если закон не позволит, то будем сносить. А что вы можете сказать по поводу объекта? Ну, то есть я знаю, что он не к вам принадлежит. Изначально, насколько я знаю, насколько я проинформирован, объект был построен как офисное помещение, бизнес-центр. Одна компания была заказчиком, вторая компания строила. И эта же компания, которая строящаяся компания, они незаконно, без ведома первую компанию продали в виде квартиры. В любом случае, здесь есть уполномоченный орган, мэрия, которая приняла решение именно о выселении. И надо сказать, в целях же безопасности этих же людей, я думаю, в этой части было правильно. Почему? Люди должны жить в нормальных условиях. Там элементарных условий нет. Люди, да, не знали, здесь виновата та компания, которая, так скажем, без ведома продала. Но в любом случае закон превыше всего. Закон должен работать. По закону это как объект коммерческого характера, оно должно быть и коммерческого характера. Никакого перепрофилирования мы не должны допускать. Здесь именно сдачи как жилого дома не было. Там люди живут самовольно, без каких-либо разрешительных документов. Я еще раз повторяю, этот объект еще не окончен, понимаете, не сдан в эксплуатацию. Она по проекту идет как коммерческие, то есть бизнес-центры. И там никто не должен жить, это опасность, я вам еще раз говорю. Любой строительный объект до сдачи в эксплуатацию, она несет определенную опасность. И кто будет потом отвечать? Госстрой должен будет отвечать. Почему допустили того, что там люди живут? Объект должен использоваться по своему предназначению.